Привет! Вы на канале Ната Лайф, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Друзья, сегодня хочу предложить вам еще один вариант солений, и это будут зеленые помидорки. Это обалденная штука, друзья, обалденная закуска. Впереди у нас множество различных праздников, таких застолий, и думаю, моя закуска многим придется по вкусу. Итак, приглашаю вас к себе на кухню и будем готовить вместе. Погнали! Итак, друзья, для наших зеленых помидор нам понадобится, собственно говоря, сами зеленые помидоры. У меня 2 килограмма. Ну и для начинки нужно большой пучок сельдерея, такой хорошо большой, 2 головки чеснока, 3-4 штуки горького зеленого перца, можно красного, но он должен быть обязательно горький. 2 столовые ложки соли с горкой и 0,5 стакана уксуса. Итак, приступаем заквашивать наши помидорки. Итак, для начинки нарежем нашу зелень, наш сельдерей. Измельчим чеснок, можно мелко нарезать, можно выдавить через чеснокодавилку. И мелко порежем острый перчик. Порезали нашу зелень, измельчили чеснок и перец. Теперь добавляем сюда соль и наш уксус. Все хорошенечко перемешиваем, очень-очень тщательно, чтобы все ингредиенты хорошо между собой перемешались. Все хорошенечко перемешали. Теперь займемся нашими помидорами. Помидоры мы с вами будем надрезать вот так вот крестиком. Вот так. Надрезаем, но до конца как бы не разрезаем. Если вдруг случайно вы разрезали помидорчик ваш пополам, ничего страшного. Но старайтесь сохранять вот такую вот форму. Помидоры подготовили. Начинку подготовили. Теперь начинаем их вот так вот фаршировать нашей начиночкой. Прямо вот так берем рукой и начиняем наши помидорки нашей ароматной зеленью. Как вкусно пахнет! Я помидорки буду мариновать в эмалированной кастрюле, но можно складывать и в баночки стеклянные, например, 3-литровый баллон. Сложили наши помидорки, желательно вот так вот прямо плотненько. У нас осталась тут жидкость, ее вот так поливаем тоже на наши помидорчики. Друзья, теперь сверху кладем вот так тарелочку. Можно даже положить что-нибудь такое тяжеленькое, если у вас есть какая-нибудь гирька. И оставляем до утра. Помидоры должны выпустить сок и полностью покрыться этим соком. Но если сока будет недостаточно и ваши помидоры останутся как бы сверху, то добавьте еще рассола. Рассол на литр воды, где-то чайная ложка соли. Кипятим и добавляем.
Оставляем наши помидорки на 3-4 дня. Через 3-4 дня их надо убрать в холодное место. Ну и через недельку наши вкуснейшие, ароматные, пикантные помидорки будут готовы. Это обалденная закуска, ребята. Вы даже не представляете, как это вкусно. Ну что ж, оставляем наши помидорки выпускать сок. Ну и посмотрим через несколько дней, какие они будут на вкус и на вид. Обязательно мы с вами их попробуем.